Меню вызывается клавишей F1. На выбор предлагается 8 вариантов игр. Рассмотрим их все. Принцип игры. Игровой стол рассчитан на 4 игрока. Выбираем персонажа, который приглянется. Оставим этот. Выбираем цвет фиолетовый. Выбираем размер кисти, которым нам будет удобно работать. Оставим самый большой. И разукрашиваем нашего персонажа. Меняем цвет. Снова меняем цвет. Добавим синих пятен. И все, на что хватит фантазии. Выберем и раскрасим всю команду. Используем всех по чуть-чуть. После разукрашивания подтверждаем выбор. И нажав на динозавра, мы отправим его в нашу игру. И можем готовить следующего. С установленным лидар-датчиком можно оказывать действие на персонажей.